never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Всем привет, дорогие друзья, с вами Дани Марцелло. Сегодня я вам покажу, как правильно установить Denver на свой компьютер. Первым делом заходим в браузер и в поисковой строке пишем Denver. Переходим вот по первой ссылочке, по крайней мере в Google. И нажимаем скачать вот Denver 3, кнопочка такая. Тут есть версии PHP 5.3 и старый PHP 5.2. Если выбрать старый PHP 5.2, он включает Zend Optimizer и больше модулей. Ну, я его всегда использую, он у меня стабильнее как-то работает, по крайней мере на Windows 10. Не знаю, на Windows 7 быстрее они одинаково как-то работали, но на Windows 10 почему-то PHP 5.2 стабильнее как-то. Ну и к тому же, если вы делаете какие-нибудь там сайты, ну, для своего сервера сам, то есть там какой-нибудь форум на PHP, то именно этот вам Zend Optimizer понадобится. Нажимаем скачать, в общем. Здесь вбиваем фамилию, имя, отчество. Ой, точнее, фамилия, имя. Ну, допустим, Дэнни Марцелло я напишу. Вы пишите, что хотите. Почта нужна обязательно настоящая. А вот здесь вставите или убираете галочку, если хотите или не хотите, чтобы новости приходили. И нажимаем получить ссылку на скачивание. Все. На email отправлена ссылка. Если она попала в папку спам, нужно там посмотреть, собственно. Переходим на mail.ru. Вот, как видим, одно новое письмо у нас. Вот она, наша заветная ссылочка. Нажимаем на нее. И Denver начинает скачиваться. Если этого не происходит, нужно нажать вот сюда. Ну, он, в принципе, у меня начал скачиваться. Итак, он у нас скачался. Нажимаем «Открыть». Нажимаем «Да». И у нас спрашивает, вы действительно хотите установить базовый пакет? Нажимаем «Да». Идет распаковка. Файлы распакуются сейчас. И теперь нужно закрыть браузер, который он сейчас откроет. Обычно это Internet Explorer. Для продолжения либо отмены установки закройте это окно. Закрываем его. Итак, для продолжения нажмите Enter. Нажимаем Enter. Выбрать директорию нужно, куда мы будем устанавливать наш Denver. Я буду устанавливать на диск D. Пишем D, двоеточие. Если у вас C, пишите C. E также, собственно, E. Слэш в левую сторону. И название Web Servers. Servers, блин. Нажимаем Enter. Подтверждаем клавишей Y то, что мы установим именно в эту, в этот диск, в эту папку. Для продолжения нажимаем еще раз Enter. Видите букву виртуального диска. Вводите совсем, ну, совершенно любую букву, которую вы хотите, которая, естественно, свободна. Не диск C ни в коем случае, не диск D или там E, которые у вас заняты. Допустим, даже вот этот вот диск, вот скажем, диск F, он у вас занят по дефолту. Поэтому его тоже нельзя указывать. Остальные можно, но обычно все указывают Z, я тоже буду Z. Вы как хотите. Так, для продолжения нажимаем еще раз Enter. Копируются файлы. Рекомендуется выбрать вариант 1, потому что наиболее удобный. Ну, сразу скажу, для меня лично удобнее вариант 2. Сейчас я объясню, в чем дело. Когда вы выбираете вариант 1, у вас при запуске компьютера сразу вот здесь локальный диск Z высвечивается. Он занимает столько же места, сколько и, собственно, короче, куда вы установили веб-серверс. Вот я на D установлю, у меня будет такая копия диска D, только вместо D будет Z написано. Если вы выбираете вариант 2, то при запуске Denver он будет появляться, а при выключении Denver диск Z будет пропадать, собственно. И мне он как-то удобнее, потому что я когда не пользуюсь Denver, он мне не маячит в глаза особо, когда я захожу. И как бы не мешает, как говорится. Поэтому я выбираю вариант 2. Если вам удобнее вариант 1, пожалуйста, выбирайте 1. Нажимаем Enter. Создать ярлыки на рабочем столе. Если вам нужны ярлыки, опять же, нажимаете Y. Если нет, нажимаете N. Я создам.
Все, Денвер успешно установлен. Внимание, если вы используете Skype, убедитесь, что он не занимает порты 8443. Так, закрываем браузер. Я думаю, кнопка рестарт нам не нужна будет. Если вдруг понадобится, мы ее по дефолту найдем. Нам нужны только старт и стоп в приоритете. Нажимаем старт Денвер. Итак, смотрим. Сейчас диска Z нету. Первый запуск. Как видите, локальный диск Z появился. При отключении он, естественно, пропадет. Переходим теперь в браузер, уже в основной. И пишем либо 127.0.0.1, или же localhost. Я пишу localhost всегда, в принципе, без разницы. Как видите, ура, заработало. Нам нужно для сервера SAMP вот эта вот вкладочка localhost tools phpMyAdmin. Да и не только для сервера SAMP. Собственно, там базы данных содержится. И вот, собственно, наша вот такая вот панель управления, так сказать. Здесь вы можете выбрать язык, на котором вам удобнее работать. Тему оригинальную или вот эту поставить, собственно. Кто-то на оригинальной работает. Ну, как-то я привык уже все-таки к вот этой теме. И размер шрифта выбрать можно. Здесь у нас, собственно, базы данных, SQL запросы. Сюда вы можете впишивать какие-нибудь запросы, типа select, там, select from, там, ну, так далее, короче. И уже непосредственно делать манипуляции с сервером прямо отсюда. Тут мы смотрим состояние, собственно, запуска нашего пользователя. Экспорт — это если вы хотите отсюда базу данных сохранить на компьютер или куда-либо. А импорт — это же наоборот. Вы хотите загрузить именно из папки вашего сервера. Здесь, собственно, настройки. Но, в принципе, по дефолту ничего трогать тут особо не надо. Единственное, это базы данных вас интересует для сервера SAMP. И кнопочки вот импорт, экспорт. И, собственно, сами вот эти настройки. Больше ничего трогать не нужно. Вот, как-то так. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, ребята.